19 по 26 февраля. При поддержке Управления культуры администрации города Челябинска. 4-й Всероссийский фестиваль авторского кино «Полный артхаус». Добрый вечер. Сегодня закрытие 4-го фестиваля авторского кино «Полный артхаус». Скажите, какие фильмы вам удалось посмотреть? Здравствуйте, Катерина. В этот раз удалось посмотреть фильм Алексея Федорченко «Это «Ангелы революции». И это всего лишь два фильма, и второй это был «Чайки» Эллы Манжеровой. Оба фильма понравились, поставил твердую пятерку. И очень интересно, вот «Ангелы революции» впечатлили, как знаете, новый такой, без шаблонов, подача смысла революции, и про авангард еще было рассказано. Ну, в принципе, то есть перевернуло мое сознание об этих событиях после этого фильма о Красной Армии и прочем. Но, ну что ж, это... Ладно, всем... А фильм «Чайки»... Что ж, он тоже после него задумался о серьезности жизни, а как-то хочется в порядок привести вот этот быт, показанный Эллой Манжеровой, тем более это у нее, я так понимаю, был первый фильм, ее режиссерский дебют, и, по-моему, все было очень удачно. То есть вас впечатлило это кино? Да, да, и как режиссерская работа тоже. Ну, что это, знаете, такой вот серьезность жизни, вот это, что ли, такое впечатление общее. Как бы... Что вам еще то есть сказать? Это как повлияло на вашу жизнь, скажем так? Вы что-то, может быть, измените теперь? Если только ответственнее подходить к ней. Ну, это очень важно. Скажите, как вы считаете, вот такой фестиваль, он вообще актуален для нашего города, для жителей нашего города? Определенно, определенно. Потому что это, ну, это другой формат. Это раскрывает, знаете, русскую душу, наверное, так эти фильмы, поднимают культуру вместо голливудских этих фильмов, заставляет задуматься, потому что все остальные фильмы сходил, посмотрел себе попкорн и забыл, о чем это было. На следующий фестиваль, если будет 5-й фестиваль в нашем городе в следующем году, вы пойдете? Обязательно. Надо... Посмотрите все фильмы, наверное. Да, заранее об этом знать, это случайно все получилось, и да, заранее составить программу, это хорошее кино. Рад, что в Челябинске есть такая программа. Спасибо вам большое. Да не за что. Подробности на сайте фестиваля полный артхаус.оболенский.центр.